В Дагестане построят центр ядерной медицины. Об этом председатель правительства Артем Уздунов говорил на встрече с управляющим директором Роснано Дмитрием Криницким и генеральным директором НТС Сергеем Джаназяном. Обсудили вопросы реализации перспективных направлений сотрудничества. Сейчас активно создаем инвестиционные фонды с партнерами для поиска и инвестирования в высокотехнологичные проекты. Мы готовы начать работать с Республикой Дагестан при вашем желании, при активном участии Министерства экономики в этом процессе и иных организаций, которые у вас созданы для привлечения инвестиций и работы с инвесторами в этом направлении. В частности, сейчас у нас есть одна из тем, которую мы уже начали отрабатывать с вами. Тема создания здесь центра ядерной медицины. Достаточно серьезный объем инвестиций, коллеги, готовы здесь потратить порядка миллиарда рублей на строительство здесь центра ядерной медицины, который будет в себя включать и диагностику, и лечение. В рамках встречи говорили и о возможности устранения колейности автомобильных дорог. Стороны договорились структурировать проект. Кроме того, председатель правительства поручил министру экономики и территориального развития рассмотреть формы господдержки, которые может предоставить республика.